Здравствуйте! Народный банк Китая неожиданно снизил базовую кредитную ставку всего спустя несколько дней после снижения ключевой краткосрочной ставки для большей поддержки замедляющейся экономики, пишет Bloomberg. Статья цитируется с портала investing.com. Центральный банк Китая снизил ставку по среднесрочным кредитам на 20 базисных пунктов до 2,3%. Фьючерсы на китайские облигации выросли вместе с юанем после снижения ставки, хотя движения на рынке были незначительными. Череда снижений ставки РПК подчеркивает растущее стремление властей поддержать рост экономики, который во втором квартале оказался хуже ожиданий, так как сокращение потребительских расходов более чем компенсировало бум экспорта. Центральный банк воздерживался от снижения ставки с конца прошлого года, поскольку стремился сохранить стабильный курс юаня. Это заявление было неожиданно, поскольку Народный банк Китая обычно проводит подобные операции в середине каждого месяца. Последовательность снижения ставки и внеплановая операция MLF подчеркивают переход регулятора к новой системе, заключает Bloomberg.